Здравствуйте, вы на канале Можжевеловый сад. Вот я и собрала уже вторую можжевеловую клумбу. И так получилось, что в этой круглой композиции собрались все чешуйчатые можжевельники. Как и в прошлом можжевеловом кружочке, высажено 5 можжевельников. Средний можжевельник будет создавать вертикаль, и это можжевельник Мэри. Я планирую еще ему придать какую-нибудь красивую форму с помощью стрижки. Дальше идут можжевельники, высажены по краю круга. Новенький можжевельник в можжевеловом саду – это Little Joanna. Дальше растет можжевельник Blue Carpet. Про камни я уже рассказывала, что они будут защищать от скашивания веточки можжевельников. Следующий можжевельник – Blue Spider. И еще одна новинка этой весны – это можжевельник Ханнеторп. Вот такой у меня получился голубовато-зеленый кружок. Напомню, что я подбираю в кружок можжевельники, похожие по цвету и форме иголочек. Всем спасибо за внимание!